Добрый день. Сегодня 8 марта, Международный женский день. Начинается турнир. Кубковые матчи. Включается Динамо Якутск. Вторая команда. Нигино-Кангаловский район. Кубковые матчи у нас на вылет. Проигравшая команда вылетает с турнира. Матч проводится сегодня в Жатае, в спортивном комплексе. Ждем отчаянную борьбу сегодня. Жатае слезам не верит. Динамцы будут разводить мяч первыми. Терентьев, Волошин, Белов, Капралов. На воротах Ростислав Сарай. Игра началась. Пытались построить атаку, не получилось. Подключение мы увидим. Традиционное уже стало. Голкипер Нигино-Кангаловского района. Ох, первая атака. И мяч в воротах. А нет, гола не было. Чудом мяч миновал створ ворот. Такой динамов и прекрасный момент был у Белова, не смог остановить. Встретили вратаря Легинского. Но все равно он заряжен сегодня на атаку. Оу! Опаснейший момент был. Сейчас чуть мяч не срезался в ворота. Района. Опаснейшие были моменты. Поправо еще партнеров. Откатил назад. Пространство для удара. Нет. Перехват. Терентьев. Пас на Капралова. Удар не получился. Мешали там Капралова. Ответная атака.
удар. Ой, опаснейший удар. Далее пробить. Игроку Медина Карталовского района. Заброс. Нет. Посмотрим. Опасно атакуют футболисты в белых футболках. Еще один удар. Четвертый номер. Хорошо он располагался. Партнер его увидел. Но последовал пас. А партнера уже не было. Ноль-ноль счет. Матч, счет в этом матче не открыт еще.
Он... Эх, догонит? Не догнал. Твоё встань! Твоё! Ярик, выше твой Ярик! Ярик! Ну что, первый гол. 0-1. Марина Конголовский район открывает счет в этом матче. Манчары. Команда, кстати, называется, вспомнил я. Манчары повел в счете. Узлом. Ну да, да. Пойти. Запрос. Кикер на месте, повел в атаку, забросил мяч, нет, там не дадут Копылову пройти. Замбала. Нет, с этого момента Узум, нет, и они не попадают в ворота, решил сам пробить. И на ту линию ставит игрок Манчары. Что тут было-то, а? Не попадает в ворота, то ли сарай хорошо сыграл. Узун подтолкнул игрока Манчары. Вот хороший момент. Посмотрим, что сейчас придумает Динамо. Как-то далековато. Капралов, Капралов.
площадке. Недоволен сейчас Терентьев. Показалось, что на нем свалили. А Сустак молчит. А вот теперь... этого номера. Что это было? Ох ты, вот тут Волошин прочухал, как говорится, прочувствовал, что опасность, выскочил резко на поле. Втроем отвлеклись динамовцы. Еще один удар. Волошин блокирует этот удар. Вот. Но! Может быть, Жамбалов сейчас поторопился. Капралов был в одного на левом фланге. Вот теперь динамовский вратарь вышел под полевого игрока. Пространство Волошина. Ух! Умно хотел сыграть 18 номер Манчары. Оп! Ух! Повелся на этот, на обманное движение Копылов. Манчары отобрали. Терентьев. Ай, не получилось. Бас не прошел. Не успели динамовцы расставиться. Опять на черную линию ставят футболисты Манчары. Судья прямо даже и не увидел. Отворот будет. Оп! Пас! Ай, мяч не прошел. Хороший, не остановил Узун. Можно было что-то придумать, но... А сейчас Белкипер хорошо сыграл Манчары. Нарушение. Вот тут Узун. Желтую карточку получает. Thank you.
Белов вытащил сейчас мяч направленный. Ворота были пустыми уже. Хороший пас, но... Нет, там голкипер Манчара уже вышел навстречу. Грамотно играет он, как всегда, Айсен Сипцев. Немного нервирует защитников Манчары своей манерой игры. Волошин. Вот головой Айсен Сипцев сыграл сейчас. Вышел с ворот. Волошин подкатился. Вот, вот. Ай, можно было не бить. Волошин освободился. Упрек в адрес Волошина. Надо было бить. Четвертый номер. Заброс. Нет. Жамбалов разгадал план игроков Манчары. Отставил ногу, удар не получился. Пройти надо было, наверное. И удар! Нету удара, нету удара.
Хороший удар, он блокирован был защитником, попал ему в грудь. Чуть не убежал. А тут пятка сейчас. Десятый номер. Чуть не переправил мяч в ворота Динамо. Но, слава богу. Волошин. Терентьев. Жамбалов. Первый тайм закончился со счетом 0-1 в пользу Манчары. Перерыв. Второй тайм. Вот сразу же последовал удар. Не точно. Как хорошо сыграл сейчас голкипер Манчара. Опасно атаковал Динамо. Динамовский вратарь выручил. Второй раз выручил. Рассыпал сарай. Чуть прижались динамовцы. Своим воротам. Динамовцам, динамовской молодежи. Обманное движение, удар выше ворот. 7-7 номер Манчар пробивал сейчас. По-моему, мяч сейчас попал в своего игрока. Хорошо пробил так.
Это вот манчары. Чуть не провалились. Динамо сейчас. Динамо 2. Кубковый матч против манчары. Счет 0-1. Польза Никита Конгарасской команды. Оставили одного. Что будет сейчас? Нет, не давала угроза. Не бьет, не бьет. Вратарь ударит. Опаснейший момент. Чуть точнее надо. Айсен Сипсов. Два мяча. А тут читаемо было. Голкипер сыграл. Динамо. Бесплатно в этом моменте. Опасно! А, провал! 0-2. Ошибся сейчас. Замбала. Прессингует. Манчары.
Так, игра накаляется. Молодец, Ростислав. Перевел мяч на угловой. Еще один удар. Кто? Так, можно и до красной карточки. Одна желтая есть уже. Луна. Дар. Терентьев попытался сотворить в острый момент. Но... крепкие ребята, Манчар, не дают ему. Воротом надо было бить. И выцарапал мяч сейчас. Динамоец. Терентьев. Опасный момент. Жамбалов отгадал, но подрисовал не точно. Удар был неотразимый. Полевым ушел голкипер Манчары. Чуть-чуть не дали. Что решает судья пенальти? Подставили под удар Волошин свою ногу на замахе. Как раз в движении была нога Айсена Сивцева для удара поворота.
Пенальти. Теперь Манчары отбил опасный удар, рассекла у сарая. И сразу же выбивая мяч в своей зоны. Мяч полетел в ворота Динамо. Еще 5 минут осталось до конца игры. Счет 0-5. Польза Манчар.
Поста! И шестой гол, 0-6. В воротах Динамо 2 оказывается. Вот эта игра в стеночку. Получается очень у игроков Манчары. Очень сложно ей противостоять. Сегодня гол 1-6. Сквитали один мяч. Капрала. Волошин борется. Озон обокрал Александра Сипцева. Сейчас. Все, матч завершен со счетом 6-1. Манчары сегодня в кубковом матче победили Динамо 2 и проходит следующий этап.